Я Рене Рехтман. Я инвестирую в компании на пассивном уровне. А раньше руководил международным бизнесом AOL. С 2006 года я работаю с онлайн-видео. Тогда моя первая компания была одним из пионеров сетевого видео. Это было начало конца старого телевидения. Одна из подразделений AOL называется AOL On. Это видеопроизводство со своей платформой, дистрибуцией и монетизацией, создающее оригинальный видеоконтент. И такие студии — прямые конкуренты телевидению, потому что стоимость производства в цифровом мире значительно, значительно меньше. Например, обычное телешоу стоит 75-100 тысяч долларов за минуту. А хорошее онлайн-шоу — 1000-1500 за минуту. Это огромная разница. Конечно, в итоге цены сойдутся где-то в середине, но это коренной поворот в экономике видеопроизводства. Сейчас мощные глобальные тренды — это премиум-реклама, премиум-контент. Сегодня делают лучшие передачи из того, что когда-либо делали. И это одна из важных перемен. Другой важный тренд — программируемая реклама. Ее рынок растет невероятно быстро. Машины покупают у машин рекламные места. Рекламные сделки проходят без участия человека и более эффективно. А ресурсы высвобождаются для креативных задач, для создания лучшего контента и лучших систем дистрибуции. Это два основных тренда, которые я вижу. И оба они будут определять то, как мы общаемся с потребителем, как мы производим и распространяем контент. План Б на сайте rbk.ru.